Здравствуйте, товарищи, друзья, да и недруги пусть послушают. Прежде всего хочу попросить своих соратников разрепостить это мое обращение, чтобы как можно больше людей было в курсе. Других способов информирования мне никто не предоставит. Я приняла решение не стелить зеленую дорожку в Мосгордуму представителям олигархии и пойду на выборы. Но главное, вот почему пойду. Сейчас объясню. Я тут сделала шот с фрагментом моей любимой бардовской песни «Надоело говорить и спорить, и смотреть в усталые глаза. На далеком флибустерском море бригантина поднимает паруса». Поверьте, у меня и мысли задней не было, когда я публиковала пост с этой песней. Но люди поняли по-своему. Посыпались комменты. Никаких надоело, никаких отплытий, и бригантин мы вас не отпускаем. Нам нужен такой депутат, как вы. Придется идти на выборы. Действительно, проверенные в работе медными трубами депутаты нужны. Но единороссовское большинство Мосгордумы перевенегретило избирательные округа, что я считаю хорошо для бездельников и плохо для работающих. Мой округ разорвали на две части. Тот округ, в котором я живу, включает теперь районы Тверской, Арбат, Мещанский, Красносельский и Басманный. 45-й округ. Повторяю, районы Тверской, Арбат, Мещанский, Красносельский и Басманный. Однако ситуация с выборами, если я скажу сложная, считайте, я ничего не скажу. Команда Сергея Семеновича хорошо постаралась. Избирательное законодательство единороссовское большинство переделало. Теперь и трехдневное голосование, и ДЭК, дистанционное электронное голосование, и много чего другое. Что проконтролировать, сами понимаете. Но это не значит, что надо поднять ручки вверх. Другую подножку поставила КПРФ. Вместо того, чтобы поддержать проверенных, работающих в интересах москвичей и депутатов, они отказались их выдвигать. Теперь, прежде чем дойти до голосования, нужно собрать подписи для участия в выборах. Более того, КПРФ выдвигает кандидата, который сколько-то, но голосов отберет. Нанятые им распространители завалили ящики бумажной продукции. Кстати, удивительно, что на ней нет ни намека на принадлежность КПРФ. Какой-то всех цветов радуги и сам претендент на самокате. Денег на выборы у меня нет, ведь я отражаю интересы народа, а не олигархов. Но есть вещи, которые ни за какие деньги не купишь. Кто хочет меня поддержать хотя бы своей подписью за мое выдвижение, пишите на указанную электронную почту. Если я нужна вам, то и мне нужна ваша поддержка.